купол не заходить. Это будет CC. CC убиваем. Купол. Отходим. Интересно, если на Хадукине поставить куб, он сам себя греет своим же Хадукином. Сейчас будет CC. Не, Хадукин не блочит. А кто у нас его, еще? Имею в виду не рефлекти. Разбег. А и у нас еще Асурка. Вы этот... много знаю. Здесь не двигайтесь, иначе подскользнетесь. Взял уже 8 стаков. Разбег. Поднять. Я вроде был в безопасности, а потом я увидел Магру и ее большой прыжок. Контроль. Спасибо. Поднять. Круги. Там кого-то поднять надо. Я выбрал либо опять в Магру умереть, либо в молнию. Я выбрал молнию. Блин, я думал, этот круг, он отвалится. Увы, увы. Я хотел сказать, а почему тут кто умер, не говорит, а это Ваня был. Нет, даун про фаз вообще максимально мерзкая. Особенно, когда играешь, это... Конди Daredevil вообще ужасно просто. Опять. Призраки осторожно носятся. Второй сейчас побежит тоже через пачку. Аккуратненько. Ай, ёп. Чё это такое я? Сочувствую. Что не так опять? Не ты. Призрак готовится бежать через пачку. Взяла просто подряд два вида карапта было. Да, я упал. Комиссар там. Поднять? Я упал, на мне яд, а потом сразу эти шипы тут появились ледяные. Осторожно, да, призрак. Ну серьезно, тебя чел. Нормально, он конечно в сторону стакается, он сейчас сразу сгорит. Надо еще подстраховать под куполом. Ну, видимо, уоллингов. У меня откат еще, я тоже поставил. Мне кажется, сейчас догорит быстрее сам. Нет, когда купол, он по нему не проходит дамаг. Не, он догорел. Проходит, там чуть-чуть совсем дамага, на самом деле. Да, просто как бы прикол в чем? Прикол в том, что даже под куполом дамага мало, но кондишны все равно стакаются на нем. Сундучок не забудьте.